Добро пожаловать в Реформат. Первичный прием занимает около 30 минут. Если вдруг у вас есть снимки с собой, пожалуйста, заранее вышлите их нам. А также постарайтесь прийти за 10-15 минут до начала приема. Вас попросят заполнить анкету здоровья, потому что анкета здоровья очень важна для сбора анамнеза и чтобы мы составили для вас индивидуальный план лечения. Во время заполнения анкеты вам предложат чай или кофе или воду. Ассистенты пригласят вас в кабинет, и врач проведет осмотр. Он соберет анамнез, вы расскажете ему о своих переживаниях, болях и возможных проблемах. Врач вас внимательно выслушает, проведет осмотр полости рта, после чего ассистенты проведут стандартный фотопротокол из 5 фотографий именно полости рта, на которых не будет видно лицо. Естественно, вся информация по поводу осмотра, фотопротокола и рентгеновских снимков, которые проводятся во время диагностики, находится под защитой личной информации и никуда из клиники распространяться не будет. После проведения снимка мы используем искусственный интеллект, чтобы провести диагностику на основании этого 3D-снимка. Врач составит план лечения и на фотографии и рентгеновских снимков вам объяснит предстоящую тактику лечения. После чего он проводит вас к координатору, который помогут в составлении финансового плана и помогут скоординировать запись к врачу или, возможно, к смежным специалистам. Будем рады вас видеть в клинике «Реформат» и всегда готовы к обратной связи.